Берег Имандры тоже стал чище. В районе базы отдыха «Лесная» сторонники партии «Единая Россия» провели субботник. Благодаря экологической акции собрали 76 мешков мусора. Пожалуйста. Это что у нас? Носовые платки, пожалуйста. Это пиво. Опять кружка. А кроме этого, бутылки, мангалы, картон, упаковка от сосисок и пустые сигаретные пачки. А окурков не счесть. Участники субботника убирают стоянку за стоянкой и удивляются. Вроде горожане приезжают на берег, чтобы отдохнуть и насладиться красотой природы. А оставляют после себя свалку отходов. Ну я вот сам сюда приезжаю, ну просто даже приятное время посидеть, рядом с водой постоять, посмотреть на природу, отдохнуть и видеть кучу мусора везде, ну это не самое приятное впечатление. Я никогда не мусорю нигде, ни в городе, ни у себя дома и, соответственно, на природе, само собой разумеющееся. Нет, я хочу приезжать и наслаждаться природой, а не мусором. Вывод у активистов следующий. Даже если организовать у берега Имандры мусорную площадку, поставить контейнеры, не факт, что люди станут ими пользоваться. Я не знаю. Конечно, можно говорить о том, что администрация должна поставить контейнеры и так далее. Но я должна сказать, в Японии нет даже урн. И у них нигде ничего не валяется. Потому что каждый знает, что свои отходы, свой мусор, он должен положить себе в сумку и выбросить у себя дома. А у нас можно придумать 125 причин по поводу отсутствия контейнеров. Но если мы сами не научимся за собой убирать, нам ничего не поможет. По итогам субботника собрано 76 мешков мусора, учитывая, что каждый объемом 50 литров. И даже если он был не полон, получается, активисты вывезли с берега Имандры почти 4 куба отходов. Собранный активистами мусор по договоренности с управлением городского хозяйства вывезут на городскую свалку.